Здравия желаю, уважаемые подписчики и телезрители. Вот сегодня нашел моторчик. Машинку детскую кто-то поломал вот эту. Ну, детские есть такие машины. Вытащил моторчик с нее. Он оказался вечный. То есть запустил его как вечный. Видите? Рабочий запрямитель 12 вольт. То же самое, видите, берет и назад. Почему так? Сейчас посмотрите, поймете почему. Вот и прибор показывает. Амперметр, да, который я не доверяю, но все равно. Видите, это вход 0,03 ампера. Вот это вход, видите, слева. А вот этот коричневый выход. Сейчас. Коричневый выход. Видите, а выход 0,05-0,06. Видите, как он будет сматывать, если у него выход больше. Выход, потому что это магнитный, он же там ток вырабатывает. У него выход 0,06, а вход, еще раз, 0,03, видите, 3 сотых ампера. А выход, сейчас включим. Правильно. А выход 0,05-0,06. Видите, 0,3-0,6. То есть почти в два раза у него выход больше, чем вход. А если на нагрузку, как они говорят, без нагрузки. Разницы нет, все равно счетчик стоит под нагрузкой. То же самое, что без нагрузки, что с нагрузкой. Одинаково приятно. Так, схему. Схему, значит. Схему зарисуем. Схему просит, правда, я говорил, что схему так просит. Просто просит, чтобы это. Не тому, что им надо схема, они ничего делать не будут. Есть, которые люди делают, а в основном это просто так. Дурака провалять. Вот такая схема. Выпрямитель. Выпрямитель. 12 вольт, 50 ватт. Мотор. С постоянными магнитами, вот в чем его смысл. Без постоянных магнитов такого не выйдет фокуса. Здесь вот. И вот на счетчик. Вот на счетчик идет. Вот счетчик, клеммы счетчика нарисуем. Значит, вот вход, сеть. Сеть. Вот ноль вход. Ну вот сеть тут. Допустим, автомат стоит. А здесь просто на колодке. Здесь счетчик. Счетчик. Первый вход. 0,03.
ампера. Выход 0,05. Как же он будет сматывать? Он возьмет и назад отдаст. То есть ему хватает только здесь вот есть. Здесь есть вот, значит, вот здесь. Конденсатор есть. Мостик диодный, где это ток оседает вот отсюда, который. И прекращает это, значит, прекращает подачу с этого, с сети. На какое-то время. Потом маленько здесь закончится, он опять раз. То есть вперед-назад. Вот так вот оно и работает. Благодарю вас за внимание. Пожелаю всем крепкого здоровья.